Привет всем, кто смотрит наше видео. Мы с мужем решили сделать свое видео. Может быть, оно будет вам полезно, потому что перед поездкой в Тунис мы тоже просмотрели много-много и информации, и видео репортажей. Начнем с того, что мы были в Хамамете на севере Туниса. В частности, наш отель назывался Резиденс Мамут. Расположение удобное, можно доехать до очень многих достопримечательностей Туниса. Начнем сначала с продуктов питания. Ну, во-первых, оливковое масло 800 мл стоит 14 динар. Я буду все говорить в динарах, а вы уже посчитайте сами, пожалуйста, в одном динаре 25 рублей, по крайней мере, в августе было. Значит, вот в магазине Аннура 14 динар, в duty free в аэропорту 11 евро. Посчитайте, будет в 3 раза дороже. Халва знаменитая тунисская. Надо покупать фирму Шамая. Шамия с кузочкой. И самое вкусное — это фисташковое. Другие, вот миндальное, взяли на пробу. 600 грамм, 6 динар. Конфитюр инжирный около 2 динар. И еще на пробу взяли кактусовый. Сами кактусы не взяли, потому что в них колючки. И незаметно прозрачные попадают. Потом очень трудно доставать. Тунис славится тунцом и вообще рыбопродуктами. Мы только на маленькую баночку взяли на пробу 2 евро. Лукумы различные. Восточные сладости тоже представлены в большом количестве в магазинах. Ну, маленькую коробочку, потому что мы не очень любим лаком. Около 2 динара она стоит. Сыры есть. Импортируются из Франции. Стоит очень дорого по сравнению с местным производством. Например, средний сырочек вот такой, который называется Каприз де Дьё, Каприз богов, французского производства, стоит 20 динар. Мы не решились его взять, потому что, во-первых, надо его упаковывать было в вакуумную упаковку, которую мы трудно найти было, короче. Вино нам подарили, но и такую же бутылочку практически, но только розового, мы брали сами. Розовое нам не очень понравилось, кисловатое, а вот темно-красное очень понравилось. Стоит оно около 20 динар, кстати. А розовое около 11. Знаменитый мятный чай тунисский можно сделать вот с таким чаем, смешивая. То есть сначала заваривается зеленый чай, потом добавляется мята сухая, ну и сахар. А в Тунисе вы можете попробовать чашечку чая с мятой, со свежей мятой, с веточкой свежей мяты от 1 динара. Он очень вкусный и дешевый одновременно. Знаменитые французские финики, знаменитые тунисские финики, сейчас их не сезон, поэтому местные жители советуют приобретать только в упаковках, потому что в них нет насекомых и не может быть, и не настоящие веточки, очень хорошего качества и хорошо можно довести. Одна коробка стоит 9 динар, недешево, конечно, но хорошее качество гарантировано. Специи. Местные жители посоветовали нам покупать только вот такие эль-кабия с горшочком наклоненным. Это известные нам вещи, но еще нам вот посоветовали расханут купить, расханут. А остальные — это кумин, куркума и мягкий перчик. Печенье, одно из региональных, национальных, значит, как бы сладостей, печенье с финиковым конфитюром. Орешки в большом количестве тоже представлены, очень твердые, раскусить очень непросто. 8 динар килограмм, вот такая россыпь разноцветных. Фиги, то есть инжир, фиги по-французски и по-тунисски называются, а инжир в нашем понимании, стоит 4,5 динара килограмм, очень спелые, сладкие, сейчас их сезон.
Также, как и персиков сезон сейчас. У них просто символическая цена, можно есть, объедаться от 2 до 3,5 динар килограмм. Великолепные персики. И плоские, и круглые. Йогуртов очень много. Фисташковые йогурты. Одна стоит упаковочка пол динара. 500 миллимов. Ну, переходим к вещам. Керамика много в Тунисе. Интересная керамика. Расписанная. А это инкрустированная такая мозаика стеклом и зеркалами. 12 динар. Веера полезного будут сразу можете брать, потому что и влажность большая, и жарко. Всего 4 динара. Колье. Я мечтала о таком давно. Настоящий камень, серебро. Начали торговаться с 250 динар, закончили с 17 динарами. Подарок французской женщины, живущей в Тунисе уже давно. Настоящий берберский браслет. Верблюдики, рука Фатьмы, как вы видите, знаменитая. Вот так выглядят настоящие берберские украшения. Насчет цепочек. Вот эти стоят 1 динар вместе с рукой Фатьмы, которую можно... такие вот цепочки можно купить около музея Бордо. А вот это мы предполагаем, что серебро, нам продали за серебро всего 10 динар, так что если даже это не серебро, нам можно не очень расстраиваться. Но очень элегантная вещица, нам понравилась. Магнитики и брелочки стоят в среднем 1 динар одна вещица. Но можно торговаться за 3 вещи, за 3 магнитика, например, или 3 брелочка, 2 динара заплатить. Роза, пустыня или песочная роза, разные размеры, но в среднем от 2 динар идет. Покрывало, 100% хлопок. Очень полезно на пляж брать с собой, потому что белое махровое полотенце как-то неудобно из отеля брать. Никто-то не делает, и поэтому мы сразу купили. Можно использовать и как полотенце, и как покрывало на пляж. Футболочки детям, малышам нашим, внукам с вышитыми верблюдиками. И сделано в Тунисе, на всех написано. Значит, можно быть уверенным, что национальный продукт. Из кожи вещи, сумок не купили, но пенальчик и шлепки. Это 5 евро, 5 динар, а это 12, правда, потому что внутри тоже такой же материал. Если там материал тряпичный такой, то стоит дешевле, 9 динар можно купить. В магазинах скидки идут в самой столице Тунис. От 50 до 70% скидки. Такая рубашка 40 динар стоила, мы ее купили за 20. Все практически мужчины ходят вот в такой фасон. Платье для себя, для дочери, для снохи. От 18 динар можно, вот центральное платье, до 25 примерно. Мотив Фатьмы везде присутствует. И что касается отеля, несколько слов. Отель у нас был Резиданс Мамут. Прекрасный, чудесный, прекрасная мебель, привезенная из Сирии, напоминающая антиквариат. Обслуживающий персонал внимательный, доброжелательный. Столовая, ресторан тоже интересные. Блюда предлагались национально очень острые, но были и европейского типа блюда. Но единственный минус, пожалуй, это шум ночью, который некоторым жителям отеля, туристам не нравился. Поэтому мы советуем взять беруши, чтобы ваш сон был спокойным, или попросить, конечно, с самого начала комнату, которая не выходила бы на кафе, которые до часу ночи работают примерно с музыкой шумной, или на улицу, где в августе интенсивное движение даже ночью. Это во-первых. А во-вторых, так как 3 звезды, то шикарного шампуня и мыла не ждите.
вот только такое скромное, как обычно. И поэтому покупайте жидкое мыло, оно стоит в магазинах 3,5 или с собой привозите. 3,5 динара. Ну, что еще сказать? О чем еще можно сказать, добавить? Про экскурсии. Экскурсии, конечно, очень дорогие. От 120 евро на человека, от 120 долларов на человека в сторону Сахары, проезжая основные достопримечательности, или 40 долларов в сторону Туниса, Сиди Бусаида и Карфагена. 40 долларов на человека. Мы же, используя мое знание французского языка, смогли, и используя то, что мы прочитали в интернете, мы смогли совершить сами поездку в Эль-Дже на поезде дальнего следования и на электричке в сторону Туниса. Мы на это затратили 3 дня и посмотрели, ну, в большинство то, что в экскурсию входило. Вот Сиди Бусаид, бело-голубой город, и Карфаген с его старинными раскопками, с империей Карфагена, и также вот Эль-Джема, Колизей Эль-Джема, который можно сравнить с римским Колизеем. А также вот это виды Туниса, столицы. Вот на этой террасе, когда нам подарили открытку, мы увидели, что, оказывается, на этой террасе мы сами фотографировались с супругом. И это просто удивительно, что на такой открытке как раз есть и наши такие же точно фотографии. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, вы можете какие-то комментарии оставить. Я буду рада на них ответить. Удачной поездки вам в Тунис. И будьте только внимательны, конечно, потому что, хотя я сказала, что можно ездить самостоятельно, но все-таки надо думать о безопасности, потому что, например, на меня в Тунисе не то что напали, но была попытка сорвать вот золотой крестик с цепочкой. Это было очень неприятно, люди мне сразу вокруг посочувствовали. И надо сказать, что люди в Тунисе действительно очень доброжелательные и подсказывают, если что-то ошибся, не туда пошел, они видят это и подсказывают, предупреждая об ошибке какой-то. И что еще хочу сказать, что они любят, когда к ним обращаются с улыбкой, такой благожелательно обращаются, и они удивляются, почему русские, например, не говорят не на одном иностранном языке, хотя есть люди, которые на английском довольно неплохо говорят, но все равно хотя бы мерси, au revoir, bonjour, это им было бы очень приятно, если русские туристы стали бы говорить с улыбкой. Они вот ждут не напряженного отношения, а вот такого благожелательного тоже к себе отношения. Это новое для нас направление в туризме, всего 4 года. Но мы, конечно, тоже должны учиться, как общаться с местным населением. И все, спасибо за внимание.